15 декабря в Казани стартовали студенческие игры по конному спорту. Такие квалификационные соревнования проходят в столице Татарстана впервые. Теперь в ближайшие дни на ипподроме Казанской спортшколы с легкостью можно встретить лучших молодых жокеев Татарстана, Башкортостана, Москвы, Ульяновской области и многих других регионов страны. Всероссийские студенческие конные игры. По конкуру, выездки и двоеборью. Также в рамках мероприятия мы проводим чемпионат Республики Татарстан. Соревнования проводим мы в целях популяризации и развития конного спорта, олимпийских видов конного спорта. Конный вид спорта является одним из престижнейших во всем мире. Еще бы, ведь он отлично сочетает в себе красоту, грацию и мастерство жокея. Студентам с разных вузов города предстоит не только продемонстрировать свою ловкость, но и показать, на что еще способны их парнокопытные друзья. В данных соревнованиях проходит три вида конного спорта. Это конкур, выездка и двоеборье. Выездка – это так называемая фигурная езда, когда лошадь выполняет различные упражнения, элементы высшей школы верховой езды. А конкур – это преодоление препятствий. И в двоеборье включает в себя выездку, элементарную манежную езду и также преодоление препятствий. Молодежные соревнования по конному спорту проводятся в целях популяризации и развития конного спорта в Татарстане, а также расширения спортивных связей студенческой молодежи и повышения интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Именно поэтому к участию в соревнованиях были допущены не только студенты, но и простые любители конного спорта, желающие продемонстрировать свои способности. Можно сказать, не начинала, родилась в седле. Мои родители конники, поэтому я с самого детства рядом с лошадьми и начала свой путь в седле, и до сих пор в седле, и буду его продолжать. Планы на будущее грандиозные. В мечтах Олимпиада, но будем реально смотреть на вещи и будем достигать наиболее высоких результатов, которые только для нас возможны. Лошадь – животное благородное и одновременно капризное. А почему? Прямо сейчас мы узнаем в этих конюшнях, которые далеко не Авгиевы. Каждый наездник проводит в конюшнях достаточно большое количество времени, чтобы установить хороший контакт со своим спортивным партнером и подвести его в наилучшей форме к соревнованиям. Любая лошадь требует к себе особого внимания, понимания и, конечно же, спокойствия. Главное – спокойно относиться ко всем ее капризам. Тогда она будет отвечать вам тем же спокойствием. Для обеспечения профессионального судейства приглашены судьи международной и всероссийской категории из разных городов России. Компетентному жюри предстоит сделать довольно сложный выбор. Каждое выступление было уникально, благодаря особенностям и характерам лошадей, которые кажутся странными и необычными. Они еще раз наглядно доказывают нам, почему верховая езда считается самым благородным и элегантным видом спорта. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.